Праздничная линейка прошла сегодня в музыкальном колледже имени Ахмета Жубанова. Завершение очередного учебного года приурочили ко дню государственных символов. Подробности в следующем материале. Живое исполнение гимна участниками студенческого хора под аккомпанемент оркестра придало особую значимость мероприятию. Все исполнители – лауреаты музыкальных конкурсов, прославляющие родной край своим талантом. Это один из самых значимых мероприятий нашей страны, нашего народа. Наша страна стала независимой вот уже как 30 лет. И мы должны нашей молодежи довести, как мечтали наши предки, наши деды, о нашей независимости. И независимость каждой страны, прежде всего, представляет это символы. И мы должны знать авторов гимна, герба, нашего флага. Об этом мы сегодня говорили. Совмещать завершение учебного года с празднованием Дня государственных символов – традиция колледжа. В ходе мероприятия чествовали лучших учащихся заведения и вручили благодарственные письма. После награждения была исполнена песня звездного выпускника колледжа Димаша Кудайбергена «Туған жер». В завершении мероприятия учащимся колледжа еще раз напомнили о значении госсимволов, авторах дизайна флага и герба, текста и песни гимна. Инкара Карашаева, Бахаджан Едыгеев, телеканал Актобе.